Общественная палата проводит единый выездной прием населения в первую очередь для того, чтобы обратиться была возможность у жителей отдаленных территорий, которые не всегда могут добраться до города и прийти к общественникам. Все обращения у нас собираются у групп, которые принимают в поселениях непосредственно. После этого они все стекаются централизованно к секретарю общественной палаты, регистрируются централизованно и расходятся по комиссиям, которые есть в общественной палате. После этого наступает работа, да, идут обращения либо в какие-то государственные органы, либо к муниципалитетам. По результатам в любом случае проводятся встречи с главами поселений для решения этих вопросов. Прием стартовал во всех 16 поселениях муниципалитета. Жители приходили с разными вопросами, но большинство обращений, как всегда, касались ЖКХ, социальной сферы и дольщиков. Пришла с той проблемой, она наслышана очень, что ЖК «Высокие жаворонки», они стоят, никаких работ не ведутся, застройщик у нас банкротится, мы остаемся без квартир. Лидером по числу обращений в этом году стало Заречье, но не только с проблемами обращались жители. Многие приходили и просто говорили спасибо общественникам за активную работу. Кстати, некоторые вопросы были решены в день обращения. Большинство людей просто не знают, куда обратиться вот со своей проблемой, куда и пойти вообще. А некоторые госорганы их гоняют от одного в другое место. А вот на месте решили проблему. Пришла женщина, у нее была проблема с оформлением земельного участка. Мы ее проконсультировали, отправили в нужный госорган. Она записала, что ей нужно получить, какой документ и куда после этого обратиться. Единый выездной прием общественной палаты – это не только сбор проблем, но и анализ работы общественников за предыдущий период. Что решено и что еще предстоит завершить. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».